Внимание, это моя новая рубрика, поэтому не судите строго, если эта рубрика похожа на чью-то другую. Да заранее прошу прощения. Этот бой я решил устроить между зомби, потому что стало интересно. Прошу на понимание и на положительное настроение, если что-то не нравится, оставляйте комментарии. И если нравится, тоже оставлять, и если есть какие-нибудь предложения, оставляй комментарий. Правило боя зомби 1. Если один из трех зомби дошел до косилок, то засчитывается 1 балл, если дошли все три, то засчитывается 3 балла. 2. Все зомби были выбраны мною по таблице, которая будет показана дальше. 3. Зомби, которые являются одним целым, но по сути их два. Это, например, как близнецы, то если хоть один из них доберется до косилки, все равно считается как 1 балл. Вот таблица зомби, которая показывает, как выбирать зомби. Все выбранные зомби должны в сумме давать цифру 9. Эта система может быть похожа на другую, или может даже предельно у кого-то идентична, что за это прошу прощения. Возможно, эта таблица потерпит какие-то изменения в будущем, но сейчас она остается такая, какая есть. Thank you.
Thank you.